что, дорогие друзья, у меня вечерняя лесная прогулка. Темнеет уже потихоньку, смеркается. У меня с собой грабилочка, нож и уже несколько грибочков нашла. Я не за грибами, я думаю, еще пытаюсь найти остатки былой роскоши брусники. Лес уже совершенно осенний, золотистый. Небо какое хмурое. И вот тут вот я одна. Вот брусника начала встречаться. Смотрите, она уже абсолютно спелая. Грибы я переложу в пакет, пока они мне не нужны. Маховичок. Это был подберезовик. Это вот красноголовик. Мужа нож пока сюда тоже. А бруснику... Вот у меня есть грабилочка такая. Старая, советская. Брусника в нее хорошо. Вот видите. Собирается. Так вот похожу. Может быть, 5-литровик наберу. Какие-то грибы растут. Да? Непонятные. Нет, далеко не опята. Пахнут как хлорка какая-то. Нас это не интересует. Он брусник идет. Совсем чуть-чуть осталось, чтобы... Вот эти грибы тут продолжают расти. Какие красивые, да? Спелые ягодки. Вот, все, обрабилочку. Вот по Шурику надо попоходить. Они уже бордовые совершенно. Еще их фиг заметить. Эти ягодки. Надо где-то найти местечко ягодное тут. И на него засесть. Ягодок уже немного осталось. По 2, по 3 на кустике. Но еще есть. Мне еще хватит. Какая-то мелкая. Брусника, да? Смеркается. Уже даже вспышка на телефоне. Собирала ягоды. Кустик поддерживала его. Смотрите. Какой-то зверь насрал на куче. А я прям это говно, знаете, обняла. Блин, воняет, конечно, далеко не как человеческое отвратно, но тоже подванивает. Фух, в грабилку бы еще это говнище не попало. Есть потом эту бруснику. Ой. Почти незаметно кустики ложатся спать уже. Ягодки прячутся, а вот это вот уже опало. Брусника все уже, ну еще мне немного достается. О, как она растет. Она такая шикарная. Вы посмотрите, какая она спелая. Она до такой степени спелая, что просто обалдеть. Очень вкусная. Это сейчас брусника будет. Очень ее много. Просто бомба. Нормально ты так, слышь? Вот трескает. А ты с кустов-то пособирать не хочешь? Ёли-моё, ёли. Вон ояривает. На, вот. На, так. Проголодалась собака. Такая молодец, смотри, у меня целая грабилка была. Стрескала, блин, целую горочку. Молодец. Коза какая. Насобирала уже целую грабилку. Мусора много, потому как лежит брусника уже. Все, прячется. Прячется. Хорошо. Вот эта вот шторка в этих грабилках меня напрягает. И при сборе сначала она полезна, а потом она нифига не полезна. Мусора много. Ложится ягода. Вот надо еще до темноты успею или нет. Таких хотя бы 3 грабилочки. Все. На. Полезешь? Нету? Нету ничего? Еле. Нету, иди ищи сама. Это уже не видно. Только по запаху, если елка найдет. Прячется, маскируется, смотрите, оп, как все в кустике заныкает. Да иди так, сюда, елки-палки. Вот она. И опять кто-то ест из грабилки. Да что ж ты будешь делать? Иди сама себе ищи. О, лес какой красивый. Желтый, зеленый. Всякий разный. Так, здесь брусники нет, я уже хожу с фонариком. Может быть, вот тут она есть. Все уже, муж скомандовал. Пошли, говорит, домой. Время звериное начинается. Сейчас уже не человеку надо в лесу быть, а зверье выходит на охоту. О, смотрите, это мух. Ягель. Кстати, тут что-то он лежит.
все, тут копался кто-то. О, что-то рыл. Кто-то здесь недавно, какой-то зверек. Тоже, наверное, брусник входил, искал. О, темнота наступает абсолютная. Вот вроде еще чуть-чуть. Уже в порыве. Ну, вон она все, видите, снюкалась туда. Ага, пришла, пришла. Ты поискать-то себе... Ну, посмотрите, что делает, а? Вот ты выдерга. Иди сама себе найди. Нет, хочет из грабилки. Ёли, кш, давай, иди. Нельзя. Ого. Ну-ка на, посвети-ка. Подержи на меня. Вот она голодная, в смете собирает. Чё голодная? Ты на с работы приходишь 6 часов. Пока поел, пока то все. Время уже 7-8 и все. Темно. На севере быстро темнеет. Ой, так вообще. Весь мусор подряд. Ничего не видно. Где она? О, вот тут, смотри. О, видно, да? Фига у тебя придумка какая нормальная. Немножко не дособирали грабилку. Ну, Дима, как так-то? Грибы какие-то огромные, странные растут. Это. А это знаете что? Сиреневая немножко здесь. Вот сиреневая и по запаху. Да. Это переросший паутинник паутинник фиолетовый, хотел сказать. Паутинник козий. Он когда растет, он такой белый, вот с таким вот фиолетовым налетом. А это он уже перерос, пахнет как парфюмерия какая-то, ландыш серебристый или что-то типа того. Паутинник козий. Ох ты, а тут-то стоит. Фу, он уже пахнет как какашка. О, красота какая. А она, слушай, мелкая. А у болота крупная. А тут совсем мелочевная какая-то. Я тут собирала, кстати, в том году. По-моему, на этой кочке. Как-то все наоборот. В том году здесь было крупно, в этом году тут мелкое. А на болоте ничего не росло. Угу. Меренько. Это вообще не подходит. А эти грибы знакомы вам всем. Но, возможно, их узнать будет трудно. Это маслята. Все, они уже закончили свое существование. Вот их. Гуси. Шляпка. Гуси? Гуси. Барсер там же. Учитывая тот факт, что собирали в темноте, то собрала это все. Немного. Пол 5-литровой ведерка, это, конечно, ни о чем. Надо еще будет выезжать и находить более ягодные места. А так, конечно, это все баловство.